Итак, у нас сегодня пришла посылочка ко всем нашим дням рождения. Бабушка с Украины вот такой большой привет нам передает. Бабушка, привет, мы тебе тоже передаем. Вот папа пришел с работы. И мы будем сейчас открывать и смотреть, что там прислали. Нам посылка большая, где-то 8 килограмм. Посылку нам приносят прямо на дом. Хотя это и не специальная почта, а обычная почта Канады. Так, никак. А ну-ка как? Ну так покажи сначала внутренность. Идоша. Коробка для Идо. Иди, это коробка для Идо. Вот какая кукла тут для Габи. Непонятно, где волосы ее. Нет, а вот ее лицо. Вот Габик. Ой, Габи, какая куколка для Габи. Папа, а ну-ка открой ей куколку, чтобы она могла играться сразу. Костя, зарисовки, давай. Папа, открой сначала зарисовки, потом будешь смотреть. А вот кукла. Кукла, еще одна кукла, видишь? Есть? Габи, теперь у тебя кукол, смотри, сколько будет. Ой, классно. Так у нее голова засела, но ей уже будет. Нормально, ничего не засела. Это да, ой, какая куколка, Габи, смотри, ножки. Каких тапочках она красивая, в каком... Ой, тапочки снимаются даже у нее, да? Это зарисовка. Габи! Папа, ты начинаешь очень быстро все делать. А. Так, зарисовка красивая, Габи, смотри. А, иду на день рождения, наверное. Она какая была. Красивая. Габи, это Моро! Да, рисовать можно. Вау, какой красивый этот вот набор у Идошки. Вау. Even though I don't care that I already have this guy. Maybe. Какая разница? Такой у тебя же нету фигуры. То, что у тебя есть такой гай, у тебя же нету такого лего набора. If I trade this guy, I could have another already one. Ну ты не можешь видеть, но будет готов. Ина, семечки. Ты построишь, не важно. Эй, Аса, это из мультика. Классно. Сонечное диво. Вот такие чай. Семечки. Ух ты, какой чай, какой-то красивый, какой-то guys, домашний it's набор. Guys, it's chai. It's not this one, it's that one. Ну так вот видишь, Идо, так что все, у тебя такого это нету. Сюрприз, ты радуешься? Маленький. Вон как ребенок радуется. О. Ой, как этот чай пахнет. Чай не шедевр. Ой, какой запах, хочется понюхать. Я слышал, что он спает. Вау, как пахнет хорошо. I smell it. That's so good. Как вкусно пахнет. Подожди, Костя, ты разогнался. Нет. А здесь еще что-то было. Варенье. Ой, какое варенье, маленькая какая бутылочка, малинка. Ягодный крем мед. Ты, какой-то кремовый мед. На. Интересно. Нет, без сизорс. Ням-ням, да, Габи. Вот так, еще семечки. Это у нас выходные будут, семечные выходные. Ой, колбаса копченая. Понюхай, надо. Это папа. Это папа. Ой, какой бешеный запах, боже мой. Ой, это папа сейчас будет. Ох, папа довольный. Это папин заказ был. Это для Габи. Ой. Покажи маме. Какая дел... Ой, упал. Это пенсил. Осторожно. Пенсил. Ну, это, наверное, в набор книжки разукрасить. Да, наверное, это для Габриэль. Вот для Габи. Он что-то пытался открыть. Цукерки. Ой, ну просили же не передавать. Да, потому что же... Ну, жалко просто деньги этот шоколад слать. Он такой дорогой уже. Еще чай. Ой, еще чай, боже. Чай это хорошее дело. Сейчас идет у нас зима. Я люблю чай. А это они спрятали в детском питании. Та-дам, спрятан кусок, наверное, мяса. Да. О, боже, это папин заказ номер два. Шиночка. О. Нет, в общем, это надо будет раскрыть потом отдельно. Да, попробуй. Это такое праздничное. Это шапка для Идо, наверное. Ой, Идо, а ну иди к папе, тоже подойди. Одну. Он не потерял, мы ее нашли сегодня на дома. Ай, какой хороший! Какой хороший это, мальчик! Это, наверное, для папы. Вау, папа! Еще какая-то одежда. Ты даже на Гарри Поттера похож, папа. Идо. Ой, Идо, иди смотри. Вау, на!
майки. I'm changing this. Давай. Що ми вдаємо? Ой, це костюм. Хорошо. Сейчас Эдо нам продемонстрирует. Это тоже. Вау, какая красивая кофта. О, папе. Это для Эдоши. О, да, да. Это для. Это тоже походу для Эдо. Типа это вот как раз пижамка нужна была. Это как раз пижамка. Ой, классно. Это пижамка. Потом Эдошка вечером оденет. Спайдермен. Да, это такая тоже, типа, кофта на зиму сейчас как раз одевать. Здесь, наверное, гаджеты посмотрим. Так, в коробке больше ничего нету. Нет, молодцы, как всегда, так хорошо умеют паковать, все аккуратно. Ой, какой оригинальный пакет с украинской вышивкой. Это, видимо, у них где-то в магазинах такие пакеты. Классно, как будто вышивка сделана. Ой, Габи раздула свою куколку. Да. Ой, моя девочка. Да, папа на машине приехал. Но это не папа, это бабушка. Да, да, обувь. Мне пакет нравится. Тебе скатерть. Так, это к моему набору скатертей от свекрови. Габи, иди шапочку посмотри. Набор вот такой красивый, кстати, праздничный. К праздничным нашим днем рождениевским столам. Ой, какая шапочка, Габи. Ой, Габи, смотри, какая ты будешь хорошая. Смотри. Ой, какая классная, Габи. Какой дос? Одеть, иди сюда, попробуй. Куда ты пошла? Не-не, надо одеть шапочку попробовать. Это набор с шарфиком. Боже, Габи, ты богатая на шапки. Ой, какая сумочка, Габи, смотри. Вот в костюме. Ой, какая сумочка. Ой, а вот пришел наш Найкмен. Найкмен, это Найк костюм. О, Найк. Найкмен, ух ты. Да, и пижаму тебе, и кофту вон, смотри, какую со Спайдерменом, и пижаму. Это для Габи. Идо, тебе нравится костюм этот? Да. Посмотри в камеру. Да. Как тебе Габи, нравится Габи, этот костюм? Габи кольцо. Look on the back. Is there anything? Пальчик, да. Нет, чистый. Okay. I thought it would be like a big puma. I thought it would be like a big Nike sign. Нет, это другой. Нет. Пальчик. Тебе нравится? Yep. Что надо говорить бабушке? Thank you, бабушка Валя. Это не бабушка Валя, это бабушка Мама. Спасибо, Валя. Спасибо, Валя. Ой, еще, ой, такие. Ой, это что, резиночки? Да, резинки на голову. Да. Ой, какие красивые. Это мне потом отдельно я все это складываю. Вот еще. На пальчик дать. Вы на пальцы решили одевать это? Нет, это два кольца были. А, это колечки? Нет, это были колечки, здесь вот эти два. Главное, еще что дать? У нас маникюр как раз совпадает. Это подарок кому-то. Зелетый Вики. А, это, наверное, Габи. Это Габи. Сережки. Сережки в ушки, которые пока мы еще не пробили. No. Снять все. Куколка есть, сумочка есть, шапочка какая. Подожди, Костя, какая красивая шапочка. A scarf. Вот с таким бомбончиком классным. И шарф. Что за фази? Столько наборов красивых. Папа, покажи теперь Габи на 3 годика, что бабушка передала с тетей. Главное, без резких движений. Золотые. Сережки. Проба 855, 1,25. Да, я посмотрю близко. Ты так крутишь это, что невозможно рассмотреть. Так, это штаны. Габик! Нет, это папик. Вот такая прелесть. Да. Такие хорошенькие. Это не буду менять, это одевается. Это у нас вышиванка для мамы, наверное. Мама. Ух ты! Мама. Это что такое, кофта? Ну, выглядит только эта кофта, да. Ну, так раскрой, Кисюль. Габик тоже там много чего есть. Эй, Габи! XL это не мое, да. Оу, какая секси кофточка с вышиванкой. Это для мамы, Костя, вот это спрячь, пожалуйста. Габи. Ой, вышиваночка украинская. Костя, ну ты так резко крутишь, Кисюль, я не успеваю. Ой, вот это очень красиво. Так, Габи. Костя, спрячь это, ты спешишь, Кисюль, я не успеваю все снимать. Красивые какие кофточки. Ой, это прямо с Габи в наборе. Костя, покажи штаны, пожалуйста. Как раз тебе нужны штаны. Украину завезли Найк. Классно.
Ой, разукрашивать Габи будет сейчас? Вот иду тебе. Ну садись, садись, бери карандашики сразу. Бери, вот, вот здесь, Габи. Нет. Вот здесь садись, вот. Вот здесь садись, сюда. Вот. Это наикращий подарок, я даже не знаю, что это. Это что-то, наверное, типа фартука. Кого? Фартук. Может быть. Тут еще немного мяса. Я пока не выкидываюсь, но там их достанешь. Эва, это для Габи. Почему для Габи? Для Габи, может, для папы? А, ну да. Ой, ой, какой красивый вышитый. Боже, какая прелесть. Кись, ну не видно. Вот ты делай, ну подержи. Одень. Валя, Доната. Найкраща господиня в світі. От так, понятно? Красиво. Вот так. Для мамы. Next one. Ух, вау. Это не для папы, да? Вау. Так уж, конечно, не для папы. Ой, какая классная кофточка. Ууу. И я здесь просто... так пристегиваются рукавчики, наверное. Я вот этого не видел. Все, одели уже и маму. Еще для Габи. Колечко еще. Ой, куча всяких мелочей. Видос, это дед Габи. И Габи. Это все Габи здесь. Ну, давай посмотрим. Так, штаны. Габи, смотри, какой для тебя костюмчик. Ой, какой хорошенький. Да, кофта. И Габи. Да, это наборчик, это костюмчик. Габик. Да. Прелесть какая. Так. Вау, какое классное. Габик. Да, ой, это платьице. Ой, какое Габик. Красивое. Это Габи платьице. Танцевать в нем? Да. Уу, какой Микки Мауси. No, you mean Minnie Mouse? Может быть, это, я думаю, Доши. Yes, I also think about it. Так это и Доши, а не папы подходит. О, молодец. Ой, какие классные ретузяки. Ой, класс, молодец. Это Габик, да, Габик, да, да, довольная. Габик. Снова Габик что-то. Ой, это тоже и брючата такие. Ой, какие классные, это уже на весну будут, как раз они и побольше. Я думаю, что даже они, мамаш, на вырост будут долго. Габик. Ой, какая хорошая кофточка на сейчас, цветочком. Ой. Может, для Идоши? No. Это для Идоши, значит. No. Это все здесь для Габи. Идоша. Ой, какая классная кофточка. Идоша получил костюм от Найка. И две шапки. И Лего. Yep, that's all I got. Какие киски, наши любимые киски. У Габи штаны. Костя, она не успела посмотреть штаны. Just five things. It's enough, Ido. You got, you guys got... Oh, как красиво. You guys got nothing. Only the kids did. Мы получили еду. Oh. И вышивки. Ой, какая прелесть. Это прям костюмчик, я так понимаю. И последний, Габриэль. У нас кажется. Не, нет, такой нету. Габриэль. Такого цвета, такого плана было. Ой, какая колесия. Габи нравится? А штанники, ну, смотри, какие. Не, нет, такого плана это есть. Пижама? Спать, да? И так. Так, еще раз, потому что я не выключила. Спасибо большое. Спасибо за красивую открытку. Тьфу, блин, открытку, посылку. И, Доша, тебе нравятся твои подарочки? А, спасибо. Спасибо, баба Нанта. И Габи. Габи, скажи спасибо. Да, сережки дали уже. Все, можно пробивать ушки. Будет красиво. Тик-тик, Габик. Да, это мама должна сначала подготовиться к тому, что Габи будет пробивать уши, а потом Габи будет готовиться к тому, что она будет пробивать уши. 196 это очень много еды. Спасибо большое, бабушка, спасибо нам и тетя. Спасибо и очень много, бабушка, и... Ната и моего братика. И братика два там, и, тет... и тетя. И тетя Андриана. Вот Габи шапочки. Снова. Уже снял. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.